Сколько денег нужно человеку для счастья? Я вновь хочу вернуться к этому вопросу, и я прикинул, а что же мы хотим вообще от жизни? И я решил, что, ну, я хочу, например, путешествовать по миру достаточно много, свободно, и сколько для этого нужно денег? Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, я прикинул, что для того, чтобы путешествовать по миру, нам нужно, ну, прежде всего, я прикинул, посмотрел, сколько стоит жилье, это основные расходы. Примерно у меня получилось где-то 5000 в день за ночь, то есть получается где-то 150 тысяч рублей в месяц. Еще 50 тысяч в месяц уйдет где-то на питание, ну, максимум. Вот. Ну, а еще 150 я прикинул, что нужно на всякий случай, там, если непредвиденные какие-то обстоятельства, там, полечиться, еще что-то, ну, и откладывать, в принципе. Но самое главное, что эти доходы должны быть, когда я путешествую, когда я совершенно спокойно вот путешествую по миру. Что это значит? А это значит, что либо я зарабатываю не привязанный к месту, либо у меня идет пассивный доход. Лучше и то, и другое. Поэтому именно из этих соображений я и строю свою жизнь. Я сейчас занимаюсь на Ютубе, тревел-блогером собираюсь быть. То есть я как бы не привязан здесь абсолютно к месту. Первое. Второе, значит, я создаю источники пассивного дохода, которые позволят мне делать все вот это, то, что я сказал. И в результате у меня получается 150 тысяч на проживание, плюс 50 тысяч на питание, плюс еще 150 на всякий случай. То есть получается 200 плюс 150, 350 тысяч в месяц вполне достаточно стабильно, чтобы поступали денег. Ну, с запасом, то есть, как вы понимаете, 150 тысяч – это небольшой некий запас. Вот, поэтому вот такие мои соображения. Я именно вот так строю, и поэтому я рассказываю людям, как я добиваюсь вот этой цели. Ну, в принципе, она уже близка на самом деле. Ну, а сейчас лайк, подписка, напишите, как вы считаете, правильный подход или нет, и напишите, если вы считаете такой подход правильным, сколько денег получилось у вас, чтобы жить хорошо. До встречи!